его паутине, поймали на торговле ворованными автомобилями. Началась такая расовая даже война в команде, когда немцы пытались выжить Любова и Окочу из клуба. Ну и Топмюллер на какое-то время застрял в командах середняках. А вот теперь посмотрите, какой он клуб создал. 2-0. Блестяще играет Байер сейчас. Просто блестяще. И немного жаль, что вот не этот парень забил. Хотя какой он, конечно, воспринимает это как подарки от своих партнеров. Да и Кирстен поучаствовал в этом голе. Рамелов разыграл с ним мяч. И дальше такой вброс в штрафную. Йоливер Нойвель на мгновение опережает защитников, которые сегодня как с включенным ручным тормозом двигаются. Так, ну это уже вот серьезная заявка.